Накануне был вынесен приговор так называемой банде Андреевского. Слушание в областном суде продолжалось 3 недели, а уголовное дело состояло из 275 томов. На скамье подсудимых 11 человек. Их обвиняют в совершении почти 80 преступлений, в том числе краж, грабежей, угонов, изнасилований и заказных убийств. Новосельцев Александр Викторович, признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктом В, части 2 статьи 131 в отношении нехороших АВ, пункта В, части 2 статьи 132 в отношении нехороших АВ, части 4 статьи 223 по эпизоду убийства Манукяна, части 2 статьи 209 по эпизоду первой банды, созданной другим лицом, части 1 статьи 209 по эпизоду второй банды, части 3 статьи 222, части 1 статьи 223 по эпизоду изготовления взрывного устройства. При проведении обысков в квартирах и гаражах бандитов обнаружили целый арсенал оружия. Лидеру банды Александру Новосельцеву назначено наказание в виде пожизненного заключения. Другие участники группировки приговорены к разным срокам отбывания в колонии строгого режима.